Глава округа Андрей Булгаков провел выездное совещание в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Центральная. В частности, руководитель муниципалитета встретился с представителями клуба «Активное долголетие». Как оказалось, площадка уличных тренажеров около ФОКа не пустует с самого утра до позднего вечера. И у представителей старшего поколения пользуется большой популярностью. Ну как настроение? Хорошее. Чем помочь, что надо сделать? Мы так хотели выразить благодарность вот нашей администрации Щелковской, что у нас в городе, в районе поддерживается программа нашего и президента, и нашего губернатора, да, что люди нашего возраста могут не просто сидеть дома на лавочке, а проводить активно свою жизнь, общаться, досуг. Поэтому большое вам спасибо. С активистами глава округа обсудил вопрос развития спортивной инфраструктуры в Щелкове. Одной из просьб представителей активного долголетия стала перспектива создания тропы здоровья в городском парке. Также в этот день рядом со спорткомплексом прошел патриотический флешмоб «Своих не бросаем», с участниками которого также пообщался Андрей Булгаков. Неравнодушные щелковцы образовали с помощью полотна цветов российского флага большую букву «Z», которая символизирует поддержку спецоперации на Донбассе.